Девчонки, сегодня 5 января 2020 года. Я только выползла из своей квартирки, из своей норки. Никуда не ходили. Вот пришли на елку. Народу нет. Снегу вообще нет. Вот так вот, видите, какая зима. Ничего нету. Думаю, пойдем. Решили сходить посмотреть на елку. Ну вот такая вот елочка. Неплохая, большая елка, скромненькая, мигающих огней. Мигающие огни не включили, может быть, уже отключили. Ну вот такая вот елка. Ни снега, ничего. Видите, как все. Ледовый дворец впереди, кристалл. Еще не знаю, что в этом дворце происходит. Какие-нибудь спортивные праздники, наверное. Ну, вот такая вот елка. Вот такая. И никого нет, народу. Все по домам сидят. Это площадь. Площадь, центр города. Короче, все дома. И мы сейчас тоже пойдем домой. В Новый год никуда не ходили, ничего не смотрели. Ну, вот. У всех такие елки. Может, еще, конечно, где-то и гуляют. А у нас тут все тихо. Все тихо, все мирно. Так что надо идти домой. Елочка, елочка, с Новым годом. Зима в Подмосковье. Снежинка вон мигает одна и все. Ну что, идем домой. Идем домой. Снега нема. Народу нема. Делать нечего, идем домой.